Многодетные семьи Нерюнгринского района, имеющие трех и более детей, получили земельные участки. В соответствии с федеральным законом, земли многодетным предоставляют бесплатно в собственность под индивидуальное жилищное строительство. В столице Южной Якутии участки уже получили более 20 многодетных семей. В очереди остается 289 человек. А на днях в Нерюнгри провели жеребьевку. Присутствующие семьи смогли достать из ящика конверты с координатами и кадастровыми номерами участка, которые им предстоит застраивать. Земельные участки выделяются в хороших районах. Это Нечетная сторона, улица Комсомольская, пересечение улицы Южно-Якутской, проспект Геологов. Земельные участки у нас по площади варьируются от 1200 квадратных метров до 2500 квадратных метров. То есть они оснащены всеми инженерными необходимыми коммуникациями.